И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же с модом Ark Eternal. И сегодня мы будем продолжать страдать всякой фигней, но для начала забыл какой ник, я помню, что капсом первое слово тихо, вот, дальше забыл, подсказал про вот эту вот ящик, а именно про то, как улучшить броню. Честно, я нифига не понимал, ну, как говорится, читать для слабаков, я пытаюсь изучать по картинкам, как маленькие дети, да, вот, ну, как говорится, изучать для слабаков, а если прочитав, то тут так написано, типа, реагент, улучшающий броню, и... Теперь у меня вся броня на 13 тысяч, кроме шапки, которая была сразу изначально на 13 942. Также я улучшил Мегатерию седло, у него 325, Виверни улучшил, Гиги улучшил, кстати, с Гиги либо вышел, либо выйдет отдельно ролик, как я убивал... этих имморталов, собственно, которых души мне были нужны, чтобы сделать Infernal Potion. У меня есть идея, как этот ролик сделать, так что, если получится, то сделаю. Вот для Дрейка, Альфа Дрейк, Прайм Дрейк, точнее, сделал седло. И самое, что меня очень сильно удивило... 550! И это не иммортал! У меня просто кристаллы закончились. Прикинь, 550 броня. Да, он теперь просто шайтая машина неубиваемая. Такие вот дела. Так, что еще? Что еще? Что еще? Написали в комментариях, типа, сделай эволюшенов еще двоих и года у них накидывай, то есть перекидывай с помощью S-плюса, типа, в них. Ну, допустим, то есть вот я беру отсюда с Раптора. 52 годика. Хлобысь. Нифига. Мясо перекинулось, все остальное не перекинулось. Вот такие вот дела. Это с помощью, если пистолета. Но, не забываем, у нас есть трансфер, пульт какой-то там дебильный. А, кстати, да, с имморталов вот ничего выпало там, ну, всякие шмотки, как обычно, шрайн на биотоксин, что вполне неплохая штука, сравнительно с того, что мне выпало остальное, кристалл, кератин и камень. Ну, опять-таки же, по примеру кожи, повторюсь, то есть закидываешь единичку, получаешь 14. Такой себе дюп, если честно, ну да ладно. Вот, ну и всякое вот шламье. Кстати, да, вот здесь это пример того, как обычный предмет можно увеличить прочность с 27 до 87. Я неправильно прочитал, две восьмерки в глазах увиделось и все. Вот, и, собственно, броня до 30, с 10. Такие вот дела. Вот, ну и вот те самые пульты, про которые я говорил. А, дай второй. О, отлично. Опс, не туда. Я говорю, бесконечно теперь дело, отлично. Такс. Вот есть трансфер тул. С ним все предельно ясно и... с ним все предельно ясно, и вся проблема, смотрите, в чем. Мне даже пришлось разобраться, как он работает. Это откуда, это куда, а это что? Нету годов. То есть, по факту, вот это вот предмет, то есть, разработчики, видать, как вариант, как и спаун мегатериев в пещере, они убрали. То, что этот предмет не считается предметом теперь. Прикинь. Такая вот лажа. При всем при этом, к примеру, вот взять Evolution Allosaur. Допустим, вот у тебя Infernal Dodrex. Вот у тебя есть Regeneration Potion. Давай глянем его. Допустим, здесь Evolution. Здесь выбираем структуры. Какие у нас в радиусе. Здесь выбираем Дина. Либо свой инвентарь. Выбираем Evolution, допустим, вот, Evolution Allosaur. Он сразу же попадает в список. Выбираем, опять-таки же, структуру, окей, выбираем
Infernal Dodorex. И здесь выбираем Potion. Ой. Potion. Окей. Potion. Вот, Regeneration Potion. И выбираем... Ну, вроде бы здесь надо ставить... Один. Трансфер. На этом Not Select. Окей. Regeneration Potion. Ну-ка, трансфер. Во. На Source Found. Окей. А если в так, вот сюда. Potion. Трансфер. Total 0. Ну, давай везде по единичке поставим. Я до сих пор не разобрался. Not Missing Source Found. Чё? Идите в жопу, короче. В общем, короче, с помощью этого гана как-то можно перекидывать с, то есть, предметы и так далее. Я, честно, не разобрался с этим говном, как оно работает, но одно я понял, что работает именно так. И даже не в этом проблема. Проблема, опять-таки же, повторюсь, здесь просто нету предметов H, то есть года нельзя перекидывать. Это не в жизни. Это в жизни. Уснул, проснулся, оп! Тебе уже плюс 10 лет. Вот. Ну, это, по крайней мере, когда люди стареют, они так и говорят. Так что, я не знаю, сам не проверял, это не ко мне. Вот. И есть вот такая вот фигусина. Вот с этой я вообще фигню не разобрался. Если нажимаем на правую кнопку мыши, то здесь можем выбрать предмет, допустим, Амамбери. Выбираем 10 штук. И тут, типа, короче, броня, бла-бла-бла, все дела. Я чисто не понимаю, как эта фигня работает. Но одно я точно могу сказать. Если нажать на правую кнопку мыши, у нас появляется... Внизу S Inventory Assistant. И вот как он работает, вообще не в душе. На какую кнопку нажать нужно, что там сделать надо, я не знаю. Ну, в общем, ты не свистанул, надеюсь, да? У меня там так все это, так все много нажалось, что он пытался свистануть. В общем, я не знаю, но эта фигня тоже не работает. В общем, года перекинуть нельзя. И теперь благодаря этому у меня Evolution Raptor еще прибавилось. И, кстати, да, это самка. Там самка, а здесь самец. Еще и 600 левел. Топчик. И, кстати, разница, ну-ка давай глянем. 380, 1300. Здесь у нас 308. Ну да, разница есть нехилая. Окей, давай тебя тогда забабахаем. Блин, так все матрик скоро потрачу. Ну да ладно. У меня как бы сейчас соул еще есть, так что с этим не проблема. What the fuck? А чё мне не хватает? Может, киблов? Ну-ка давай там эволюционируй пока что. А киблы мне нужны. Эш, алё. Так, такие киблы еще более-менее есть, а вот альфа закончились. Отлично. Отлично, с киблами теперь проблем нет. Тут 123 и 100 аренций. Тем временем, Карна уже один эволюционировал. Ну и давай второго. Эволюционируем. И... Опс. Вот это. И... Понесла жара по кочкам. Так, а теперь также выбираем тебя. И тоже эволюционируем. Отлично. Благо, 52 годика, а нужно всего лишь нужно 35. Так что с этим проблем у нас нету. Эволюция пройдет успешно. Кстати, да, этот 510 тоже, этот 510, точнее, это, а этот 600, ты прикинь. И да, работает этот УЗИ. УЗИ работают, в чем весь прикол, даже на Evolution этих работают. Ха, интересно, оспаривать их можно? А кто-нибудь задавался этим вопросом? Блин, придется проверить. Ну, в какой-нибудь из другой серии. Да, почему бы и нет. Справа от динозавра мы видим Синишер. Кстати, тут все нормально. Да, мне просто показалось красным, думаю, какого фига красный, вроде все синий был. И Карна, отлично. Так, стоять. А там у нас сейчас появится Рекс. Ну же, не стесняйся, появляйся, Рекс. Ну да, ептеть, колотить. Отличненько, а вот Рексуша. Так, ставим всех сразу же на пассивочку, чтобы не убежали.
Я не боюсь за то, что они сдохнут, не сдохнут, я боюсь за то, что они просто убегут, а меня потом свои поднимать наверх. Такс, 1 252 000 хп. И так далее. Такс, давай сравним, опять-таки же, карначей теперь. 600-550, так, ну-ка. Да, 510 левел, все правильно. Блин, 600 мужик получился. 466, кстати, лучше, чем первый. И 1358. Так, а здесь... Там было 13... Да, намного Басяви получился. Мало того, что семейный луза, так еще и Басяви получился. Огонь! И что? Ну что? Собственно, все, ради чего это затеивалось. Ну, в смысле, убивание боссов, все дела. Еще один An Infernal Potion. Отличненько. What the fuck? What the fuck? Кожа, редкие грибы, черный жемчуг. Да слушай, все это уж говно у меня есть. Да. Цветы грибы тоже есть. Нужно ДНК или сердца? Твою мать! Нифига себе, сколько ДНК парсерил. Прикол. Бывает, бывает, бывает. Кстати, надо застакать их. Ойпись. ДНК. А из чего у нас делается ДНК? Давай посмотрим, из чего же у нас делается ДНК. У нас топляк закончился, прикинь. Нет, короче, красный эти делал, а у меня топливо закончилось. Ну, кстати, больше не надо. Так, с ДНК. О, всего. Погоди, what the fuck? What the fuck is that? Так, бензин. Кстати, вот я заметил такую фигню. Если вызываешь даже единичку вот этой фигни, вся первосортина вызывается. Вся первосортина. И баранина. Такс. Ну-ка давай посмотрим. О! А ты из рыб. Ну давай рыбеху тоже тогда забапахаем сразу же. А, сразу по 3 делается, а ДНК. Огонь! Ей! Больше ДНК! И сразу 3 сотки. Это получается с. То есть, если я создаю сотку, да, то у меня получается. Да блин, вообще растрат практически-то нету. Прикинь. Погоди, ты баранину всю зажрал. Супостат. Хорош. Первосортину жри, хотя... Стоять! Мне первосортина была нужна. Блин. Ну, окей. Так, а бензин на место. Ничего поделать, бывает. Вот такое вот бывает у меня. Я забыл, что мне нужно первосортное мясо на создание этой... Годиков. Блин, бывает. Ну, а с другой стороны, я получил много ДНА. И ну, и теперь первосортину не буду выкидывать, потому что она все-таки нужна. А то иногда, если перевес, то я ее просто тупо выкидываю. Да, вот такие вот дела. Такс, вот ты, а вот ты и ты выкидывается. Отлично. Опс, куда я пошел? Infernal Ocean. Одна штука. Ей! Крутяк. Ну погнали. Посмотрим, получится ли сделать спейспанду из Мегатерия, или же получится Infernal Мегатерия. Не знаю. Ну, меня, честно, мучает кто-то... Вот, видите, да, броня 325. Отлично, я молодец. А, стоять. Надо сидеть на тебе, нажать X. Ей! И даже нажал X. Слышь, алё. Погоди! Такой вопрос. А есть ли он тут? Такс. Так написано. Prime Rex. Prime Самблизуб. Виверна. Доминус Дудорекс. Носорог. Аргент. Карна. Спина. Волк. Грифон. Тайла, ну это этот, кошак, короче. И Ютик. Прикинь. Вот и лошара. Здесь даже Мегатерии не было. Как из Мегатерии можно сделать?
Инферно, бляха-муха Поушен. А, никак. Кстати, у меня получается по эволюции, стадии эволюции еще остался Гига, Додорекс, а потом будет Даркстар. Не, ну может до конца сезона и дойдет вся эволюция. Фиг знает. На Мегатерри, чувак, из тебя не получится. Спейс Панды. А, да ладно, я думал, все, у меня бутыль исчез, какого-то фига, думаю, какого... я же его не брал, он просто бафпорс появляется и все. Окей. Окейушки. Так, ну думаю, дрейков они не успели еще сделать. Мишаник нету. Итого, из всех у меня есть либо Аргентавис, либо Грифон. И сложно сказать, кому я дам предпочтение. Сделать Инферналом. Ну, кого-то еще томить я не хочу, кроме Рекса. Ну, Рекс бы, пожалуй, я притомил. Ну, если я притомлю Рекса, то я сделаю еще одного Инфернала. Вот. Так что, давай, короче... О, кстати, Венцилу Бабасяву забабахать. Давай, короче, сделаем из тебя Инфернала. Это заберем, вот это заберем. Надо седло реально забабахать уже, по-нормальному сделать. И будешь ты Инферно, многострадальный мой Аргентавис, который пережил удаление спрайта у Аргентависов, провисел у меня недели три, наверное, две-три, в умершем в кавычках состоянии, потом воскрес, и вот стал Инферно Аргентавис. Отлично. И пол поменял. Ты чё, прикалываешься, что ли? Вот на туре ещё и пол поменял. Ну ладно, мужик, будешь теперь бравым воином. Ну, просто у бравого воина нету пола. Шучу, конечно, но по факту так и есть. Что-то не помню. По видосу, если кому не лень, гляньте и напишите, какие раньше были статы. Ну и сравним, собственно. Но, как мы с Додошкой уже на Додошке удостоверились, разницы практически никакой нету. Да. Это скорость, наверное, передвижения нужно будет качать обязательно. Так, ладно. Пассивочка. Ну ладно. Раз такая облава с... Кстати, ну-ка. Ну ладно, что поделать. Давай вот эту, пока тебе эту баранинку оставим. Годики-то как-то накидывать надо. Полтишочек надо. Немало времени, немало. Ну и вас тоже. Пускай будет у меня много эволюшенов. Тем более, это мужик. Прокачанный, типа. Такс. Ну что я могу сказать? Остается только искать Space Panda. Кстати, да, у Виверночки теперь седло 325. У меня, кстати, есть второе седло еще на 325. Посмотрим. Ну, если кого-нибудь притомлю еще, то будет, ну, честно, неохота. Для чего я прилетел сюда? По этим пункт примерно писали, что здесь бегает где-то Space Panda. Но было это давненечко, очень давненечко, так что не факт, что живая. Но сам факт того, что она где-то здесь может бегать, меня радует. И, соответственно, я здесь и буду искать Space Panda. А где еще мне ее искать? Хоть какая-то зацепка есть в сравнении с тем, что я просто весь мир облечу и в итоге ничего не найду. А она будет где-нибудь там находиться в том районе, где я это... Ну, мимо пролетел просто. Рядом, но мимо. Такие вот дела. И это вполне реальность. Кстати, жаль, что вот они... Раньше Мегатерри мог превратиться в лавового голема. Вполне прикольно было. Да. Ну, вот, а сейчас придется искать вот так вот полетами Space Panda. И не знаю, получится ли. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. We'll be right back.
Да. В общем, как видите, поиски увенчались провалом. Я не знаю, я полетал, я спросил в чат. Вон, код не видел, еще неправильно. Ну, как на слуху, блин, Space, ну и написал Space. Вот, а то, что он пишется по-другому, я даже не додумался. Но сразу же додумался зайти на сайт и посмотреть, как она все-таки правильно пишется. Вот, ну, все равно как бы никто не видел, так что все было провально. Вот, и, собственно, стало интересно, а все-таки... Что пишут про Infernal, про адский вот типа этого Дина, и для чего вообще, ну, может, что-то там адекватное напишут и так далее. Да, и я увидел, что там пишут. Если дословно читать то, что там написано, то возьмите адское зелье, поместите его в инвентарь вашего Дина, прокатитесь на динозавре. Это Google переводчик, если что переводит. Да. Да, смешно. Вот, прокатитесь на динозавре, а затем нажмите X. Ну, то есть, сядьте на динозавра, нажмите X, чтобы... Алло, слышишь, так-то беспредельничек хорош, да? Потому что я читаю, информацию нужно. Ну, так вот. Нажмите X, чтобы начать процесс. Вокруг динозавра появится купол, который продлится 30 секунд, а затем ваш динозавр будет заменен на версию Infernal. Убедитесь, что поблизости нет других динозавров. Радиус вашего динозавра 4 X4. И как бы это не работает все равно, потому что Мегатерий у меня был там, и он ему нифига не было. Вот. Тогда вы нажмете X. В настоящее время вы можете вратить этих существ в версию Inferno. Ну, соответственно, версию я вам уже сказал. Точнее, Дина, каких можно превратить. Вот такие вот дела. Да. И получается именно, что Inferno, а не кто-либо еще показался. Показался этот синий, как фиолетовый. Эх, жаль, а я уж был надеялся, что не зря я вот болтовней занимался. И рассказывал ненужную вам информацию. А может и нужную, не знаю. Ну, в общем, сама версия Infernal, я честно не понимаю, зачем нужна. Это типа считается улучшенным праймом. Но по дамагу то же самое. А, допустим, то, что он там 3 копейки дополнительно дамажит, мне толку-то 0 от этого. Ну, реально, от того, что он там, допустим, будет 6030 бить, вместо 6300, просто, точнее, будет 6300, допустим, вместо 6030 бить, и там 7200 за место 7 ровно, мне от этого лучше не становится. Это копейки. Вот если бы он бил бы на пару тысяч больше, за место 7, допустим, стал бы 8 бить, соответственно, соотношение вкачиваем больше и больше дамага, это было бы круто. Но то он такой себе Infernal в целом. Непонятно. Если у вас есть догадки, или же вы знаете точно, что дает Infernal, напишите в комментариях, а мне это будет очень сильно интересно. Но, может, вы уже написали в комментариях под прошлым видео, я уже прочитал. Либо напишите под этим видео, и я здесь прочитаю. И, честно, мне интересно все-таки понять, а в чем же разница. Space Panda я видел здесь. Летал я в целом по координатам, где спавнится Мегатерий. Потому что они спавнятся именно в этих местах. Заспавнить его можно, убивая всех и вся на своем пути. Но сложно. Что я сильно делать-то и не хочу. Такие вот дела. Ищу, кстати, если кому интересно, ищу я arc.gamepedia.com/spawnmap Ragnarok. То есть я на этом сайте нашел адекватный спаун, то есть он там написан в процентах, бла-бла, все дела, и, в общем, легко вполне найти. Что-то когда где. И кто где как спавнится. Вот на этом уже, пожалуй, и все. Не знаю, что буду ли я, точнее, искать Space Panda или нет. Но на этом на сегодня уже. Упс, на сегодня уже точно все. Как говорится, всем спасибо.
Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно же, делиться моим видео с своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока.